Арбитраж трафика. Арбитраж трафика – это покупка трафика в одном месте и перепродажа его в другом. В интернете есть множество партнерских программ, и предприимчивые люди придумали приобретать дешевый трафик в одном месте, например, в таргетированной рекламе ВКонтакте, на посещаемых ресурсах, в контекстной рекламе и так далее, и отправлять данный трафик на партнерские программы за комиссионное вознаграждение. Либо просто перепродажа трафика, например, за 1 рубль за клик в одном месте и перепродажа в другом месте данного трафика за 5 рублей за клик.